наша задача как железной дороги в союзе с местной властью быть готовыми ко всему. Руководитель Одесской дороги Сергей Сергеевич Никулин в отличном контакте с местной властью, и с мэром, и с губернатором, и с военной администрацией. И в союзе с властью мы всегда сможем сделать больше. И я рад тому, что власть слышит, понимает, а значит, будем готовы ко всему. При пиковой нагрузке мы эвакуировали с Одесского вокзала в сутки 10 600 человек. Это была эвакуация под тот подвижной состав, который был подан. В основном это западное направление. Вы знаете о том, что мы открыли направление на Измаил, для того, чтобы можно было эвакуироваться на Румынию. Мы будем готовы эвакуировать до 20 тысяч человек. Сейчас это обсудили с Геннадием Леонидовичем. Александр Николаевич дал соответствующее распоряжение.